Поздравляю! Вы стали партнером компании APL, а значит, дистрибьютором компании сетевого маркетинга. Давайте разберемся, чем отличается профессия сетевика от наемного сотрудника. Мы выделили 5 основных факторов, которые отличают дистрибьютора от наемного работника. Итак, первое. Доход сетевика, как и владельца собственного бизнеса, зависит напрямую от вас, от вашего усердия и от того, как мудро и грамотно вы выстраиваете свои процессы. Используете ли вы современные средства связи, активно проводите встречи с людьми или нет. Здесь нет начальника. Вас никто не будет заставлять работать, проводить встречи. Все зависит только от вас. А главное, вы можете двигаться к своей цели с комфортной именно вам скоростью. Свободный график. Это еще одно огромное преимущество в сетевом бизнесе. Кто-то любит проводить время с детьми, а кто-то хочет активно работать, устал сидеть дома. И в сетевом бизнесе каждый дистрибьютор вправе сам выбирать себе то, сколько ему нужно работать. Итак, третье. Наверное, очень важный момент, что сетевика нельзя уволить. Многие сталкивались с тем, что их сокращали или увольняли. В сетевом бизнесе это исключено. У вас есть дистрибьюторское соглашение, которое с вами могут разорвать только по одной причине – если вы нарушаете правила компании. Четвертое. Возможность много путешествовать, и это действительно круто. В отличие от наемных работников, где вам ваш начальник говорит, сколько и когда отдыхать, в сетевом бизнесе вы можете насладиться огромным количеством путешествий и поездок. А в APL мы организовываем просто невероятные мероприятия по всему земному шару. Пятое. Вы сами выбираете, с кем вам сотрудничать и работать. В отличие от наемных работников, где ваших коллег подбирает вам начальник, здесь же вы сами подбираете свою команду, и это здорово. Вы выбираете тех, с кем вам нравится общаться. Вы выбираете тех, кто разделяет ваше мнение. Ну и напоследок, еще раз поздравляю вас с принятым мудрым решением в вашей жизни. Оно действительно изменит вашу жизнь. Ведь сетевой бизнес – это невероятные преимущества. А компания APL явно выделяется из тысяч других компаний сетевого маркетинга, так как все пазлы сложились идеально именно в APL.